великая компания, великий предприниматель. Там прекрасные люди работают, 99,9% сотрудников там очень классные, прямо да, реально классные. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь. Но она прям говорит, что вот у нее прям там краш такой. Ну окей, мы не знаем. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный, реально крутой. Все, что он говорит, он несет пургу. Ну, потому что он, это его работа. И он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну, простите его. Типа, выродок ты, откуда ты такой? Ты же наш, почему такой выродок? Так это халуи все. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня. Это страшная штука. Как бы не хотелось бы, прямо скажем. Сердце болит. Ну, не отсидишься, понимаешь, не отмолчишься. Вот это пипец. Ты понимаешь, чувак, который родился, всего чморил. It's okay. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю. То есть, я, во-первых, процесс эти многие не понимаю. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Я говорю, ну вот я его вижу, вот что он может повлиять? Ничего. Вот как он может на меня повлиять? Говори это, неси туда, делай то. Что он сделает? Он как бы... Ну, авторитет для этих людей. Такая красная штучка, она очень неприятна. Жулики, скажем так. Это неблагонадежный, какая-то белая ворона, учился там. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Он любит правильное вино. И она вот считает, что вот этот вот пиздец, этот хорошо. Мне кажется, он сам в шоке. Я могу ошибаться. Ну, наверное, он заложник. Хрен его знает. Ну, я знал, что она святая, а теперь просто корона выкристаллизовалась. Вот вдумайтесь, вот ее карма, я борюсь сейчас за свою карму, а у нее карма уже все, она уже в раю, она ангел. Их нельзя сравнивать. А, ну, по-человечески, когда он заболел, блин, как я за него переживал. Каждый день, вот это он же, потому что он там идет по лестнице. Я такой прям, блин, начал ходить, круто, круто. Вот эта часть, я был прям просто за него, и я очень обрадовался, что он выздоровел. Это прям 100%. Ну, а потом начался пиздец, ну, ты реально лучше. Я говорю, Миш, мне похуй, я так чувствую, я не могу молчать. Ну, лишь естественно, да, конечно, мы знаем, да, конечно, ну, мы же знаем. Ну, они знают, вот, они знают, я не знаю. И, ну и слава богу. Эта фраза прошла. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Круто! Ну, в общем-то, да. Ну, как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. И это пиздец. Я не мог в это поверить, это было невозможно. Я спорил со всеми. Меня там откачивали адреналином 2 раза. То есть я уходил, у меня было давление. Они, безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Все, что они стали делать дальше, связанное с ОФ, сомнительно, но окей. Мне кажется, вот это очень круто сказать, что ты думаешь. Понял. Кажется, это и есть сила. Можно похвалюсь? Встречались 2 раза в год. Дай им Бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Простите за пафос. Объяснил. Надеюсь.